Ребят, всем привет. Привет. Мы сейчас идем за покупками. У нас продукты начинают кончаться. Ну, не то чтобы, но некоторые из них купим. Да, некоторые продукты нужно купить. Я надеюсь, нас хорошо слышно, потому что на улице сейчас погода вообще не самая лучшая. Сейчас ветер, метель, прям настоящая зима, как она должна быть. Хотя сегодня 10 декабря, вот. И, ребят, я хотел насчет конкурса сказать. Я заметил, что многие из вас написали комментарий, что я участвую, но именно форму вы не заполняли никаким образом. Да, то есть, если вы даже будете смотреть прямой эфир или смотреть видео о результатах розыгрыша, то вас просто не будет в форме, и вы не сможете выиграть ничего. Так что, если хотите все-таки участвовать в конкурсе, заполняйте форму. Это вроде четвертый пункт в нашем конкурсе, который записан под видео. Вот. И также ссылку на это видео я тоже буду оставлять под каждым следующим влогом до 28 декабря. А 29 мы проведем итоги. Как-то так. Мы, короче, пошли. Ребят, слышите Нику? Да, она проснулась. Потому что мы пришли домой, мы только что вот зашли, быстренько. Забрали пакеты. Да, и сейчас мы будем готовить. О, и кушать. Да, потому что она с обеда не кушала, я с обеда не кушал, мы хотим уже кушать. И мы сегодня будем смотреть... Чему мы будем смотреть? Торт 2. А вы знали, что торт, слово переводится с татарского, как курить? Торт. Торт? Ну, торт же. Ну, когда торт говоришь, как будто бы кури звучит. Вот, мы, короче, начинаем готовить, кушать, и все. Сейчас время 9:30, а мы только сели смотреть фильм. Да. А знаете все почему? Потому что вначале я сходила в душ, потом я сходил в душ, потом... Точнее, мы вначале покушали, потом я сходил в душ, потом я сходил в душ, потом... Мы лежали там, типа, остывали, сохли и все такое. А вот теперь мы готовы посмотреть фильм. И я уже забыл, какой. Тор 2. И мы будем кушать мороженое. Ребят, сегодня вторник, 11 декабря. Блин, по ощущениям, как будто бы уже пятница. Серьезно, я уж так устал. Не знаю почему, какое-то состояние такое. Раздробленные. И, блин, не верится, что уже 11 декабря. Осталось совсем чуть-чуть, и будет Новый год. Как же это быстро. А я иду на работу. Ребят, я вас вообще не понимаю. Вы пишете в предыдущем ролике про конкурс. Вы начали писать в комментариях, что я участвую. Ставили лайки. Но... Вы же, получается, не участвуете, раз вы не выполнили все условия. А условия были какими? Быть подписанным на наш канал? Ладно. Вы это сделали. Поставить лайк и сделать репост. Лайк сделали, лайк поставили, а репост не сделали. Заполнить форму и написать коммент. Коммент написали, а вот форму-то не заполняете. Я периодически просматриваю, чтобы находить всякие ошибки. И потом, если что, вам писать и либо исправлять их как-то, либо чтобы вы заново заполняли. Потому что будет обидно, когда 29 числа мы начнем разыгрывать эти сладкие подарки, а в итоге кто-то из вас не получит только потому, что форму не заполнил или репост не сделал. Это будет обидно, как бы по себе знаю. И, ну блин, исправьте что ли это как-то, я не знаю. Условия же вроде не такие уж и сложные. Там, я думаю, каждый разберется, как что сделать. Я не знаю, короче. Мне кажется, когда ты получаешь конфетки на халяву, тем более на Новый год, это же все равно приятно. Думаю, ради этого можно сделать репост там буквально на 2 недели. Когда осознаешь, что Новый год через 2 недели, вообще как... Сегодня 2:30 ночи проснулся из-за того, что услышал какие-то звуки, как будто бы кто-то стонет. И реально кто-то стонал. Я сейчас не про человека, я сейчас говорю про нашего ребеночка, нашу Нику. Где-то вот здесь вот, наверное, я оставлю видео.
Услышали, да, как она стонет? Прикольно, блин. Она так минут 20, наверное. Я эти 20 минут не спал. Потому что я думал, что это с ней. Может, она там умирает, блин. А нет. Утром пыталась клетку открыть. Грызла ее. Хотела выйти, но мне на работу. И Илье тоже. Так что не смогла. Я сейчас снег помогал чистить. Фух, какая физрядка. Прям уж взбодрила с утра. А я сегодня тортик на обед кушаю. Ну, не на сам обед, а на десерт. А на обед у меня сегодня рыбка. И рис. Я вот сейчас сижу и думаю, ребят, вы, по-моему, просто не хотите в конкурсе участвовать, и вы ищете вообще вот просто нереально легких каких-то возможностей, что ли. То есть у вас есть шанс получить какие-то вкусняшки, да? То есть, ладно, там шанс большой или маленький, это не особо большая разница, он есть бесплатно. Вам все, что вам для этого нужно сделать, это там репост, лайк поставить. И форму заполнить. Ну, блин, когда дело до этого доходит, никто форму не заполняет. Это, во-первых, я всем, блин, сейчас сижу и проверяю, и пишу, блин. Потому что, ну, как бы обидно потом будет 29 числа, как я уже 500 раз сказал. Нереально будет обидно. Так что лучше сейчас чуточку больше времени уделить этому. И потом уже не страдать и не обижаться. И вам будет проще, и мне не нужно будет записывать еще видео, где я буду говорить, что мы же вам говорили, что у нас были условия, вы их сами не выполнили. Вот. Я к чему сейчас? Сейчас вот человек написал, что там Google просит регистрацию. Ребят, если вы сидите в YouTube с официального приложения или через, там, я не знаю, через браузер вы смотрите на компьютере, да? Или на планшете, без разницы. И если вы написали комментарий в YouTube под видео, значит, у вас есть аккаунт в Google, потому что YouTube — это Google. Это так, на будущее. Просто, видимо, не все это знают. А те, кто знает, пожалуйста, сейчас в комментариях пишите, то, что да, это все знают, вы чё вообще? Не все. Не все это знают. И просто представьте, каково это будет 29 числа, мы будем вести прямой эфир. И такие, открываем эту Google форму, в которой мы вот этот вот розыгрыш проводим. Начинаем по ней смотреть, выбирать победителя. Ну, через рандомное число, наверное, я не знаю, как мы будем там решать все это. Посмотрим. И представляете, каково это будет, когда мы туда зайдем, а там будет 3 человека. Я думаю, у вас сложится такое мнение, что это все либо подстава, либо я просто остальных всех поудалял. Но я никого не трогал, я тут захожу и вам в комментариях пишу, заполняйте Google форму. Ребят, не забывайте, заполняйте Google форму, серьезно. Я еще, наверное, где-то недели две буду это все писать. Ну, не две недели, уж ладно, неделю где-то я еще это буду писать, но потом я перестану это делать, потому что, ну, не написал, твой косяк, не сделал репост, не указал хэштег, твой косяк. Я не буду следить за вами. Если не умеете это делать, просто спросите, можете написать сообщение мне, либо Алие, либо еще кому-то, загуглите на крайний случай. И те, кто заметил, у меня страница ВКонтакте заблокирована. А знаете почему? Потому что я вчера очень много сообщений писал. Такая тупая ситуация, именно тупая ситуация с контактом. Там есть определенное количество не символов, а именно количество сообщений, которые можно отправлять людям. И я, видимо, этот лимит превысил. Ну, еще это, конечно, одна причина была то, что в моих сообщениях была ссылка. Ссылка на это видео. Не это, а вот конкурсом и говорил, что, ребят, если интересно, пожалуйста, поучаствуйте и все, всякое такое. Видимо, из-за этого меня заблокировали, но ладно, ладно, я больше так делать не буду.
не хотите, пожалуйста. Алия, конечно, будет ругаться, что я опять записываю вот такие вот длинные-длинные речи, опять много болтаю на телефон, на камеру, и повторяюсь. Ну, блин, ребят, серьезно, потому что это уже становится не смешно. Я говорю, ну, это же условия конкурса. Если не выполняете условия, то извините, пожалуйста, без обид. Кто бы это условие не выполнил, пусть это будет там родственник или друг, или там родители, если вы не выполняете это условие, вы не участвуете в конкурсе. То есть мы в любом случае победителей будем выбирать именно из тех, которые есть в Google форме. Если вы, допустим, сделали репост, но каким-то, я не знаю, там, макаром забыли закрепить его, ладно, возможно, мы глаза закроем, посмотрим. Или если вы хэштег не указали, то, ну, что-то такого, не страшно. Или в комментарии, или лайк не поставили, то да, это не страшно. Ну, как, это, конечно, условие, но если уж прям вообще капец, если там будет всего лишь 4 человека, и вы все-таки из него выпали, ну, выпало, выбор выпал на вас, то, конечно, мы выберем вас. То... А сейчас я напомню, там 3 человека, блин, в Google форме. Как-то вам не кажется, что мы уже знаем победителей, да? И кто же будет победителем? Первые 3 человека, вот, на... вроде бы, первые 3 человека, которые написали «я участвую». Скорее всего, они и будут, потому что они только и заполнили Google форму. Я не знаю, как это сказать. Я не знаю, как вам объяснить это. Сейчас попробую. Ребят, извините, пожалуйста, что так колхозно. У меня просто нет другого варианта записать экран именно. Сейчас нету. И я вам сейчас покажу, как сделать репост и как все-таки все это сделать правильно, если вы не знаете как. То есть вот наше видео с конкурсом. Да, нажимаем вот здесь «Поделиться». Выбираем социальную сеть. Кстати, если вы делаете это через приложение на телефоне, то делайте все точно так же. В видео наверху, вот здесь вот, где-то вот здесь вот, есть стрелочка такая же, как бы. И нажимаете на нее. Выбираете любую социальную сеть из предложенных, либо нажимаете «Копировать ссылку» и вставляете ее в сеть. Я выберу сейчас «Одноклассники», потому что контакт заблокирован. Нажимаем, переходим, у нас здесь появляется. Здесь мы пишем, вот мы написали наш хэштег «IndieConcurs» и нажимаем «Опубликовать». Все. Дальше мы заходим в «Одноклассники», заходим на свою страницу, копируем эту запись. Вот здесь вот сверху эту ссылку копируем. То есть как ее скопировать? Нажимаете левой кнопкой. Все это меню выделяется. Когда вы первый раз нажмете, у вас все выделится. Нажимаете правой кнопкой «Копировать». Далее переходите обратно на наше видео. Открываете описание. Проверяете «Быть подписанным». Я подписан. Поставить лайк этому видео, написать любой комментарий по типу «Я участвую». Ну, напишем. Или вы уже написал, сделать репост этого видео в любой социальной сети, указать хэштег «IndieConcurs сделал», а также закрепить его в начале. Я забыл закрепить в начале. А здесь я не знаю как. Ну, короче, закрепляете ее. Теперь заполняете вот эту вот форму. 4-й пункт. Заполнить форму. Нажимаете. У вас открывается вот такая вот фигнюлина. Подписан у нас? Да. Ссылка на твой YouTube. Ссылка на репост или профиль в социальной сети. Нажимаем. Вставить. На наш YouTube канал. Переходим обратно на YouTube. Открываем свой. Вот здесь вот в правом углу открываете свой канал, мой канал. Далее точно так же берете, нажимаете левой кнопкой, потом правой кнопкой «Копировать». Переходите на эту вкладку, где форма, вставляете. Это не обязательно. Если не хотите, можете в этом не участвовать. Это мы добавили только для того, чтобы
вы как-то могли нас оценить. Я наш канал оцениваю не на 10 баллов. Я наш канал оцениваю где-то на баллов 6. Вон так, средничком. И нажимаете «Отправить». Все, ответ записан. Вы молодцы. Вы теперь участвуете в конкурсе. И теперь, когда я это уже проверю, все заработает. То есть, как вы видите, ничего сложного в этом нет. Вы, в принципе, можете это сделать и сами дома. И с телефона тоже точно так же нужно делать. Только за исключением, что нужно нажимать не правым щелчком мыши на ссылку, а долго удерживать, либо нажать и скопировать. Ну, на всех телефонах это делается по-разному, но это можно загуглить и посмотреть. А проще, конечно, сделать это с компьютера, как мне кажется. Как я сейчас вам показал. И сделайте это. И это ваш единственный случай, единственный вариант участвовать в этом конкурсе. Другого просто не может быть. Я вот сейчас проверил, и как бы я вообще вначале думал, что, возможно, форма сломалась, и она больше не работает. Но сейчас я проверил, вижу, что она работает, что данные заносятся в таблицу, вы просто их не выполняете. Как-то так, ребят. Выполняйте все условия, и вы будете участвовать в розыгрыше. Иначе просто ничего не выиграете, и вам будет обидно. Вы будете писать комментарии по типу «Все фигня, это все фигня». А это все не фигня. Мы действительно купили подарки, мы действительно хотим их разыграть, и, ну, я думаю, это не так сложно. Если у вас не получается перейти по ссылке с телефона, то рекомендую вам перейти по ссылке с браузера. То есть зайти в браузер, в свой там Chrome, Mozilla, Firefox или Explorer, что вы там используете, я не знаю, или Safari, с компьютера. Также зайти в YouTube, найти наш канал, а его сделать теперь еще намного проще. То есть вам нужно набрать Алия и Ильнур, и мы выходим самые первые в поиске везде. Ну, в смысле, в YouTube, на всех платформах. И далее находите это видео, оно будет закреплено в самом начале нашего канала. И точно так же все делаете, то есть подписались, поставили лайк, написали комментарий. Но если вы уже писали комментарий до этого, второй раз его писать не нужно. Написали комментарий и отправили. То есть сделали репост, написали хэштег и все. Вам больше делать ничего не нужно. А, и заполнить форму. Блин, смотрите-ка, а? Сам уже начинаю забывать. Заполнить форму. Самое главное – это заполнить форму, потому что результаты точно будут выводиться только по этой форме. Если у вас там нет, вы не участвуете. Извините, только так. А если такая вот, я не знаю, это вот нужно будет, вот просто я не знаю, как еще вам объяснить. Если вы в браузере вводите, там, в YouTube заходите и не можете войти в свой аккаунт, тогда я здесь уже точно ничем вам помочь не могу. Вам нужно будет вспомнить свой логин и свой пароль. Здесь уже все зависит от вас. Как-то так, ребят, если все-таки хотите участвовать, если все-таки хотите получить возможность выиграть приз, тогда нужно делать так. Потому что по-другому я не знаю, как... Я уже не знаю, как провести конкурс. Серьезно. Три человека только. На самом деле участвуют только 3 человека, видимо. Потому что сейчас в таблице отображается 4-й человек. Это я. Только что вам показывал, как все это делать. И я не буду себя удалять, только потому что я боюсь, что если я удалю свою строчку в таблице, то, возможно, вообще вся Google форма сломается. Я не знаю просто, что будет. И я просто ее оставлю. Если получится, вычтем одну цифру и все. Наверное, как-то так. Вот, ребят. Я надеюсь, я объяснил вам все правильно. Я надеюсь, вы это поняли, потому что, блин, и знаете, такая странная фигня. Мне сейчас только что звонили с банка. Прикольно. И видео прервалось из-за этого. Я забыл, что хотел сказать, так что надеюсь, вы все поняли. А еще знаете, что меня бесит? Сейчас в офисе никого нет. Я остался один. Ну, потому что у одной сотрудницы был
Точнее, не было, сегодня день рождения. И она ушла пораньше. Начальник уехал куда-то, и вот бухгалтер только что ушла, она работает до обеда. И, блин, в этом офисе, короче, раньше было такси в какой-то находилось. И в неделю раза по 4, наверное, приходят и спрашивают, а где такси? Мы говорим, она переехала. А куда? А какая разница куда? Откуда мы знаем куда? Позвони в это такси и спроси, где у вас офис находится. Блин. И сейчас, знаете, вот только бухгалтер, короче, уходит. Сразу приходит один мужик, спрашивает, и второй мужик. Буквально минут через 10. А я как дурак сижу здесь, отвечаю, я не знаю. А здесь раньше было такси. Я такой, ну, вроде было. Она переехала. А куда? Не знаю. Так ты должен знать. С чего я должен знать, блин? Почему я должен знать? Я не таксист, я не работаю в такси, я не диспетчер. Ну, я как бы сказал, что я не должен этого знать. Я работаю в организации, в другой организации. Она никак не связана с такси. Ну, вы же... Ну, здесь же раньше было такси. И чё? То есть... Вот у нас в городе, в Лениногорске, да? На пересечении... Блин, не помню. Шашное чего-то вроде. Вроде. Или какого-то там. Ленинградское, что ли. Вот. Там раньше был на углу... Сбербанк. Сейчас там магазин одежды. Конфискат или что-то такое. Я не думаю, что сейчас туда кто-то заходит из бабулек каких-нибудь и говорит, типа, вы же должны знать, куда Сбербанк переехал. Никто так не спрашивает, блин. Или если магазин какой-нибудь обанкротился, на месте этого магазина открылась кафешка, люди приходят туда и спрашивают, куда переехал магазин? Да откуда они знают? Они просто купили это помещение, блин. Они что, у предыдущих хозяев спрашивают, куда вы переехали? Зачем это знать вообще? Если тебе так интересно, загугли. Либо позвони. Блин, это такси, звонишь по номеру такси и спрашиваешь, где у вас офис, я хочу у вас работать. Я прям... Меня побит. Я уже устал. Там висела где-то бумажка, типа такси переехало. Ну не написано было, куда переехало. Черт. На этом заканчивается первая часть этого блога, потому что я начал монтировать это видео. Да, я монтирую видео по пути домой, потому что времени не всегда особо много, точнее, его иногда не хватает, и приходится свободное время заниматься монтажом, если есть что монтировать. Шумно очень, надеюсь, меня слышно. А видео вышло уже 40-минутным, пока я его монтировал. И я решил его разделить на две части. Вторая часть, в которой я расскажу, как участвовать в нашем конкурсе именно с мобильного телефона. Люди смотрят как-то странно. Выйдет буквально через пару часов, надеюсь. Вот. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока.